они же на нас всем скопом не нападут, да? Кто ты? Спасибо, что прогнали этих головорезов. Я уж думал, они меня убьют. Лучше не бывает. Найдется серебряк для ветерана. Храни тебя, Андраста, сэр. Помирать буду, а лица твоего не забуду. Спасибо, сэр. Это ты? Заходи. Я тебя еще не благодарил, ведь... Жаль, мне нечего тебе подарить. Все мое добро после резни даст... Они говорят, что это чума. Какие-то маги... Подробнее тебе об этом может рассказать моя двоюродная сестра. То Астагар, то гражданская война. Я уверен, что если чуму подхватит какая-то важная шишка... Чума, наверное, была страшна. Какие-то маги... Подробнее тебе об этом может рассказать моя двоюродная сестра Шани. Не знаю. Узнать наверняка может... Думаю, да. Иначе здесь бы уже были храмовники. Я знаю, что... Ты можешь поговорить с Шани? Пожалуйста. Правда? Отлично! Приятно снова свидеться. Прошлый раз ты не поскупился на подаяние. А вот это тоже ветераны. Я сирота. Да, сирота. Не пожалей монетки, миледи. Ах, да чего ж ты добрая. Храни тебя, Создатель. Да здравствует, добрая дама. Это, я так понимаю, народное древо Винодаль. Я здесь. Что скажешь? Как ты можешь здесь находиться? Кто там? Эти люди уже забрали. У меня дома дети. Ну так иди домой. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. А, так ты нам помогай. Не... Если это их заклинание работает, почему... Что такое, Шэм? Решила развлечься? Погоди. Эти чужеземцы сказали, что пришли спасти нас от чумы. Это неправда, Шэм. А где теперь твоя племянница? А мой дядя Цирион? Эти чужеземцы за последние несколько... Среди них был наш Хагрен Валендриан. Не представляю, что мы будем делать. Должны знать. И если... А если не... Прошу тебя держаться подальше. В этой толпе есть разносчики чумы. Эльфинаж сейчас небезопасный. В этом нет необходимости. Ради твоей же безопасности. Да, конечно.